Фонд «Казахстан» халқына оборудовал и кабинеты специальной школы-интернат номер 3, где обучаются слабослышащие дети. В 5 классах появилась не только новая мебель, компьютеры, но и дидактические материалы, информационные плакаты, книги, глобусы и многое другое. Лена Жемлиханова побывала в этой школе. Абсолютно по всем разделам. Какие вот интересные у нас теперь плакаты, красочные, дети заинтересованы, они подходят, читают, смотрят на эти плакаты, задают очень много вопросов. Олеся Дывак, учитель русского языка и литературы, демонстрирует новые информационные материалы. Ведь по таким ярким плакатам и детям интереснее запоминать уроки. А еще и сам кабинет настолько преобразился, что тут стало намного уютнее и атмосфернее. Даже шкафчики установили просторные. Жалюзи и те под цвет мебели. Все это подарок от фонда «Казахстан халқына». У нас поменялись стенды, стали более эстетичными, красивыми. Много информации необходимой для наших деток. Мебель у нас поменялась, абсолютно новые столы, стулья. Также преобразили 5 кабинетов в специальной школе-интернат номер 3. Это классы по химии, географии, математике, истории. Закупили для детей развивающие материалы, книги, технику и даже LED-экран в актовый зал. Мы запрашивали у каждого директора и его команды школы, какая необходимая именно помощь в приобретении оборудования специального, с учетом того, какие детки там находятся. И понятно, что это были дидактические материалы, это были и предметные кабинеты. Но посещая, общаясь, мы понимаем, что есть еще над чем работать, есть еще что нужно дополнить. Чтобы так преобразить эту школу, фонд потратил 33,5 миллиона тенге. Здесь обучаются 116 детей. В каждом классе не более 10 учеников. Есть и индивидуальные занятия с логопедом и психологом, так как дети тут особые, с нарушением слуха. Это очень такое большое подспорье именно в обучении, воспитании наших учащихся. Оснащение прошло достаточно так по-современному, что классы наполнились и дидактическим материалом, и всевозможными предметами для практических занятий. Да? Поэтому я считаю, что все-таки это будет... Благодаря вот этому оснащению будут очень хорошие результаты у наших обучающихся. Это очень даже замечательно, потому что более современные материалы, очень прекрасное оснащение класса на данный момент. И дети могут с современными материалами заниматься. Это здорово. Во-первых. Во-вторых, яркая мебель. Это не единственная школа, которая помогает фонд «Казахстан халқына». В Карагандинской области до конца года 10 учебных заведений для особенных детей получат новое оборудование и мебель. На это потратят 330 миллионов тенге. Лиана Жемлиханова, Ерки Буланбек Кожин и Нуржан Табриз, телеканал «Сарыарка».